Для одних это современный фольклор. Для других – выдумки бульварных газет. Лишь для немногих избранных это повседневная реальность. А обитатели других галактик прибыли на Землю и теперь живут среди нас. Только одна сверхсекретная группа специально подготовленных профессионалов умеет находить этих гостей из космоса. Команда 22Z обезвреживает пришельцев. В ее составе Бен Пакер, герой войны. Специальный агент Шейн Сандерсон, ученый-биолог. Мустрангану, знаток боевых искусств. Колин Маркус, компьютерный гений. И Кейси Тейлор, психолог и экстрасенс. У них одна общая задача – обнаруживать, задерживать и обезвреживать пришельцев. Вместе они – непобедимая команда. Команда 22Z. Проснувшиеся. Оно появилось из чрева земли. Сильное, безжалостное. Оно выкорчевывало деревья, разрушало шоссе. Это невидимое существо, казалось, нельзя остановить. Как часто мы пристально следили за небесами, даже не подозревая, какая угроза затаилась под нами. Откуда оно пришло, мы не знаем. Почему появилось сейчас? Еще большая загадка. Загадка, которая в скором времени превратится в огромную опасность. Канзас, ферма. Джим, ланч готов. Хорошо, иду. Ну как? Ел их хуже. Есть еще? Ты заметил? Землетрясение. Что это? Не знаю. Что? Что это? Все закончилось? Вроде да. Вовсе нет. Дорогая, не волнуйся. Нет, смотри! Быстрей! Наверх! Прыгай! Ничего. Невада, центр управления. Значит, появился исполинский камень, покрутился наверху и затем исчез под землей. Так нам сообщили. Это обвал. Я бы это так не назвал. Я впервые вижу такую форму обвала. Это не обвал. Видите земляные холмы? Они на расстоянии 5 метров. В некоторых местах до полумили. Земля кем-то разворочена, кем-то большим. Если оно проглотило ферму, то представьте, что оно может сделать с городом. Об этом даже страшно подумать. Найдем его. Осмотр фермы. Кто это вырыл? Огромный кротище? Сандерсон что-то нашел. Все указывает на присутствие животного, но его размеры просто устрашающие. Я разговаривала с фермерами. Все утверждают, что это был большой камень. Камни не двигаются, Кейси. Этот двигался? Место пребывания проснувшегося. Разгадка не находилась. Мы отправились туда, откуда появилось это существо. Расследование возглавил специалист по изучению фауны Шейн Сандерсон. Эй, Шейн, ты ничего не обнаружил? Вот. Знаете, что это? Какая-то слизь. Да, но какая? Объясняй.
Для уточнения надо провести лабораторный анализ. Не тяни, Шейн. Такая слизь остается в яйце после того, как из него кто-то вылупится. Это звучит странно, но я уверен, что так и есть. Значит, по-твоему, кто-то может вылупиться из камня? Ага, но не из любого, а из этого. Вы подумайте, его возраст 50 тысяч лет. Ты уверен? На 100%. Ты хочешь сказать, какое-то доисторическое животное спрятало яйцо в этот камень? Правильно, все очень просто. Если верить рассказу фермера и его жены, наш малыш — землекоп. Ты со мной. Ты тоже, Мус. Мы попробуем отследить существо, если сможем. Вы с Шейном сейчас же отправитесь в лабораторию. Держите связь. За работу. Приятно хотя бы одно. Его легко отследить. У нас неприятности. Какие? Я составил курс его движения. По моим расчетам, двигаясь в этом направлении, это существо скоро окажется под небольшим городом в 20 милях отсюда. После чего этот город провалится в гигантскую яму. Его надо остановить. Согласен, но как? Мы даже его не видели. Попробуем его обогнать, затем остановить. Почему это существо вылупилось именно сейчас, спустя тысячи лет? Я тоже об этом думал. И? Наверняка сложно сказать, но... Но у тебя есть теория. Весьма неправдоподобная. Ведь такого длинного инкубационного периода не бывает. Значит, что-то его прервало. Да. Может, это что-то было погодой? Ты же знаешь, климат менялся, становился все жарче. Это могло на него повлиять. Следовательно, могут быть еще яйца, из которых скоро вылупятся монстры. Меня эта перспектива пугает. Сержант, ров прекращается. Возможно, существо отдыхает, и мы сможем на него взглянуть? Мус, сделай залп по этому рву. С удовольствием. Отлично, Мус. Теперь посмотрим. Эта тварь огромна. Весит тонн 20, не меньше. Теперь нам известен наш противник. Я хочу взглянуть поближе. Мус, мы копируем показания твоих приборов для дальнейшего анализа. Эй, сержант, я понял, почему это насекомое приняли за камень. У него голова как гранит. Сканеры показывают, что залповый удар не причинил никакого вреда. Чтобы остановить малютку, нужен мощный заряд. По крайней мере, мы его рассмотрели. Я попробую подразнить его и увезти подальше от города. Есть что-нибудь? Я обнаружил следы слизи рядом с яйцом. Ее состав напоминает секреции самки насекомого, которые она выделяет, чтобы привлечь самца. Слизь? Это самка? Думаю, да. Ты считаешь, что она ищет самца? Или дом. Дом? Возможно, ты прав. Что с тобой, Кейси? Мне кажется, что нас с тобой преследуют. Ты видишь там что-нибудь? Ничего. Я тоже. Но оно там. Я это знаю. Что там такое? Я не знаю. Возможно, это самка, которая ищет дом. У нее есть причина. Детеныши. Вполне возможно. Скорее всего. Поехали. Быстро! Я не могу привлечь его внимание, сержант. Жук игнорирует меня. Он должен отреагировать, Мус. Сержант, он берет курс на город. Мус, не рискуй. Не надо мне объяснять, сержант. Я его остановлю. Ему все равно. Примени другое оружие, Мус. Читайте мои мысли. Перехожу на разрывные пули. Жук на них реагирует, сержант. Он ранен. И выбрасывает какой-то газ. Да. Я теряю управление. Есть ощущение перегрузки. Очень трудно лететь. Мус, молекулярная структура самолета превратилась в камень. Садись. Катапультируйся, быстро! У меня нет выбора. Катапультируюсь. Мус, ты в порядке? Да, я в норме. Самолет превратился в
камень. И этот жук ко мне приближается. Я нанесу ракетный удар. Спрячься! Только не медли, сержант! Убирайся! Получилось, сержант. Сержант! Сержант! Мус, отползай! Я запускаю новую ракету. Цель нейтрализована. Так закончилась жизнь жука. Откуда это взялось? Держись! Я теряю управление! Мы падаем! Так, ребята, осторожным, осторожным. Вниз, вниз, вниз. Отлично. Отцепить трассы. Поразительно. Толщина панциря около полуметра. Что было бы с городом, пройдись он под ним? Мы спасли около 20 кварталов. Везите его в ангар, парни. Я прежде не видел подобного. Надеюсь, и не увидишь. Что это? Не догадался? У него есть семья. О! Откуда они берутся? Ты разве не видел? Из-под земли. Тот подох, когда ракета попала в живот. С этим надо проделать то же самое. Этот мой. Кинь плазменную гранату, сержант. Я ловлю. В город насекомым нельзя. Твой пикник закончится здесь. Мус! Отлично, Мус. Он готов. Не может быть. Они быстро размножаются. Они повсюду. Мус, Колин, они здесь. Осторожно. Где? Осторожно. Где же они? Повсюду. Бежим отсюда. Назад. Здесь еще один. Мы окружены. Сержант, нам нужна помощь! Ты цела, Кейси? Да, я не ранена. Ты была права. Этот ров меньше, чем на ферме. Вероятно, он сделан детенышем этого существа. Посмотри. Край балансирует на камне. Равновесие неустойчиво. Мы воспользуемся этим. Чтобы перевернуть ее. Давай-ка дружней. Ого! Смотри! Шейн! Я чувствую, что они в панике. Ты посмотри! Шейн, они вокруг нас! Сможем оторваться. У нас есть выбор. Только молись, чтобы мы не угодили в яму. Нам повезло на этот раз. Путь свободен. Пока что. Свяжись с сержантом. Доложи об этих насекомых. Бежим туда, Мус! Сколько же здесь этих тварей? Берегись! О, нет! Бежим! Бежим! Не стой, шевелись, Колин! Сержант, сюда! Ты влез? Да, сержант! Быстрей! Быстрей! Летайте скорее! Ой.
Энергетическая трансформация! Где Колин? Он на земле, сержант. Сделай еще заход. Сержант! Еще один пассажир! Держись, Маркус! Поймал! Секретный центр Канзас. Этот жук каким-то газом превратил мой самолет в камень. Откуда появились эти 20-тонные насекомые? Видимо, из доисторических яиц, сэр. Что им надо? Нам это неизвестно. Известно. Специальный агент Сандерсон? У меня есть теория. Смотрите, эта тварь, которую убили Бен, Колин и Мус, это мать. Королева Роя. Остальные — это ее потомство. Она оставляет за собой след, чтобы дети шли за ней. И они так и делали. Значит, эти гигантские насекомые разыскивают свою мать. А вы нейтрализовали королеву. Нам пришлось. Мы считали, что поступаем правильно. Где она? Королева. Вон она. Значит, сейчас сюда движутся 20-тонные жуки, которые, оказавшись здесь, обнаружат, что вы убили их королеву. Что? Мус, немедленно поднимай вертолет. Есть, сэр. Шей, ты за рулем часто рискуешь, я прав? Не думаю, сэр, я осторожен. Хотя я люблю ездить быстро. У тебя есть шанс это доказать. Целая орда разгневанных насекомых хочет уничтожить невинных людей. А у нас нет средств их остановить. Пусть идут за своей королевой. Если она им нужна, пусть догонят нас. Мус, взлетай! Вперед! Вперед! Мус, очисти от жуков дверь! Живо! Понял, сержант. Начинаю обстрел. Вперед! Хорошо. Держитесь! Осторожно, Шейн! Мы не хотим потерять наживку. Колин, где ближайшее озеро? В 6 милях на запад, сержант. А что? Эти доисторические жуки умеют плавать? С весом в 20 тонн? Сомневаюсь. Так я и думал. Водохранилище, Канзас. Мне все это нравится. Не отрывайся далеко. Колин, мне нужны данные. Точные. Первая волна жуков доберется сюда через 9 секунд. Не подпускайте их близко. Гони, Шейн. Быстрее, парни, быстрее. Готов? Конечно. Беги! Жуки еще падают. Надеюсь, что не всплывут. А могут? Нет, они тонут, как камни. Центр управления. За последние 48 часов не было ни одного случая обвала. Отлично, отряд 22Z. Спасибо, сэр. Я могу попросить выходной, сержант? Зачем? Если честно, я хочу изучить яйцо, которое мы нашли первым. Рассчитываешь узнать что-то новое, Шейн? Конечно.
Держу пари, там уже полно биологов. Да, вероятно, ты прав. Заодно потусуюсь с ними. Что-то случилось, Кейси? Я не уверена. Просто чувство, там вроде что-то есть. Эй, Кейси, там всегда что-то есть. Я думаю, ты прав, сержант. Сержант был прав. Там всегда что-то есть. Пришельцы появляются с небес, из-под земли и даже из воды. Нам некогда отдыхать. Мы агенты по обнаружению пришельцев.